Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заходите ко мне в гости на канал. И сегодня приглашаю вас отправиться вместе со мной в магазин «Светофор». Посмотрим на интересные товары. Как всегда, постараюсь найти для вас самые интересные новиночки. Покажу все цены и обсудим данные товары вместе с вами в комментариях. В наш магазин не завозили освежитель воздуха от фирмы «Палитра» 400 мл, стоит всего лишь 36 рублей. Это серия «Мелодия», мне очень нравился с ароматом сирени, также морской, но пока представлен только в аромате антитабак. В каждом видео я вам показываю данный гель для душа Dream Nature 800 мл, 43 рубля. Вот есть сейчас в наличии с ароматом кокоса, а также появилась новиночка, серия называется «Бора Бора». Коралловый рай – это увлажняющий комплекс с маслами миндаля и органы. По консистенции гель, конечно, жидковат. Далее, жидкость для снятия лака 45 рублей стоит. Я такую жидкость покупала, мне понравилось, и лак снимает хорошо. Заявлено, что она укрепляющая, содержит экстра укрепление, защищает ногтевую пластину, а также содержит масла макадамии. Подобная жидкость для снятия лака, кажется, в Экспрессе стоила минимум 55 рублей. Так что вот в Светофоре подешевле. Зубная паста Colgate «Крепкие зубы» 39 рублей, это новинка. Вообще в магазине «Светофор» Colgate появился впервые, по крайней мере в нашем магазине. Упаковка и дизайн стандартные, такие же, как и у обычных зубных паст Colgate. Вот, я себе такую на пробу взяла, буду тестировать. И посмотрите, действительно, зубная паста Promis похожа на Colgate, о чем я вам и говорила в предыдущих видео. А также вот такая зубная паста появилась, более бюджетная, Aloe Extra Dent, 28 рублей. Кажется, подобная серия была уже года два назад, и, возможно, я покупала, но уже не помню, какие впечатления они были. Так что, друзья, если вы ее брали, данную зубную пасту, пожалуйста, напишите, понравилась она вам или нет. Потому что цена, конечно, ниже вот просто не бывает. Мыло «Я родился» 40 рублей за 5 кусочков по 75 грамм. Давно у нас не было данного мыла. Обычное, хорошее, стандартное детское мыло с кремом. Кстати, хочу посоветовать, что если вы любите и занимаетесь мыловарением или хотите попробовать, можете брать в качестве основы. Прекрасно подойдет. И не покупать дорогостоящую мыльную основу. Мыло «Дуру». Тоже вам показывала в предыдущем ролике, был представлен с ароматом розы, но на данный момент завезли очень много мыла с ароматом лаванды. 4 кусочка по 85 грамм, стоит 45 рублей. Посмотрите, только открыли упаковки, и вот так выглядит брикетик, упаковочка данного мыла. Конечно, красиво и стильно оформлено, очень приятно такие упаковочки держать в руках. Водоэмульсионная краска для стен и потолков 3 килограмма, стоит 74 рубля. Написано, что она белоснежная на водной основе, и ее использовать можно только в жилом помещении. Можно наносить как валиком, пульверизатором и кистью. Расход примерно 17 квадратных метров, и вот можете подробнее почитать инструкцию по применению. Грунтовка интерьерная 5 литров 87 рублей. Написано, что улучшает сцепление, уменьшает расход краски. По крайней мере, я не знаю, как ее использовать в быту, но слышала, что многие ее используют при каких-то творческих процессах, при декупаже, покраске каких-либо деталей. Так что вот можете взять тоже на заметку. Контейнер для СВЧ-печей 750 мл. Опять появились продажи. Новый привоз. Представлены они в красном, голубом, зеленом цвете. И, как всегда, хотела показать вам этикетку, но ничего не получилось. Крышка сидит очень крепко, имеются вот эти 4 защелочки, и мне подобные контейнеры очень нравятся. Новинка – это детские подгузники.
фирма Soft and Dry, но это не просто подгузники, это трусики. Это вот новиночка от этой фирмы в Светофоре впервые. И вот посмотрите, как выглядят трусики с широкими резинками по бокам, а также глубокий впитывающий слой как спереди, так и сзади. Я себе взяла такую на пробу, точнее для дочки, и буду проверять. А вот так выглядит стандартная упаковка стандартная упаковка подгузников. А набор бокалов для вина 6 штук. Опять завезли еще одну партию. Вы прекрасно помните эти бокалы с Нового года. Город Гусь Хрустальный производит. Вот так они выглядят. Бокалы хорошие. Отзывы по ним были только прекрасные. И вот смотрите, новиночка, чай со свистком, стоит 290 рублей. Упаковки, расцветка, просто вырви глаз и просто невозможно пройти мимо. Чайник изготовлен из нержавейки объемом 2,6 литра со свистком. Посмотрите подробную инструкцию, что его нужно необходимо сначала помыть, и диаметр конфорки не должен превышать диаметра дна. Имеется зеркальная полировка, сталь высокого качества, свисток, ненагревающаяся ручка. Можно использовать практически на всех поверхностях, на всех плитах. Также можно мыть в посудомойке, и вот так чайник выглядит. И хочу сказать, что он очень и очень легкий. Салатник пастораль стоит 73 рубля. Раньше был этот салатник, и сейчас повторно завезли. Вот такая большая тарелка, такой салатник. Наша любимая фирма Паша Бахче, с красивыми цветочками рифлеными. И высотой примерно данный салатник идет около 10 сантиметров. Кружка стекло 300 мл 29 рублей. Это новинка, завезли очень много. Вот так она выглядит. Посмотрите, какой интересный дизайн. Основание у нее квадратное, рифленое, но смотрится очень интересно. Приятно держать такую кружечку в руках. Мне понравился данный дизайн. Действительно, очень красиво, стильно и интересно. Лоток для обуви 70 на 37 сантиметров стоит 90 рублей. И я думаю, вы догадались, это точно такой же лоток, который продается в магазинах Fix Price. Точно такой же пластик, такое же исполнение и, насколько я помню, даже этикетка схожа. Можно использовать для хранения обуви, также можно использовать как и подставку под цветы, подставку под место кормления животных. В принципе, вот все варианты использования представлены. Пластик плотный, хороший. Высота данного поддона около 2 сантиметров. И новинка еще одна. Простынь трикотажная на резинке. Размер 160 на 200 сантиметров. Вот так данная резинка, вот так данная простыня выглядит. Производство город Иваново. Все характеристики: 60% хлопка и 40% микрофибра. Данная простынь представлена вот в таком коричневом расцветке, в такой коричневой расцветке. И посмотрите, была одна упаковка вскрыта. Я вам скажу, что она слегка как скользкая, но в то же время, посмотрите, она уже пушится. И мне кажется, будут образовываться катышки. Вот правда, мне кажется, что да, этим простынь будет грешить. И есть комплекты постельного белья для деток. Это вот такие расцветки с Человеком-пауком, с принцессами. В предыдущих обзорах также я вам показывала состав Эко-Бязь, тоже производство Иваново. И мнения у нас разошлись с подписчиками. Многие писали, что кому-то понравилось, кому-то нет. Поэтому давайте все-таки постараемся прийти к общему знаменателю. Но посмотрите, один комплект нашла, и все-таки полотно было рыхловатым. Вот это, конечно, меня очень расстроило. Также есть еще очень много посуды стандартной, которую я показывала в предыдущих обзорах. Если не видели, внизу в описании под видео я оставлю все актуальные ссылки на обзоры товаров, которые я не показала в этом обзоре, но они есть в наличии. Завезли вот такие наборы стаканов Паша Бахче, но, к сожалению, не было ценника. Это вот
новый завоз. Серия называется «Стамбул», 290 кубических сантиметров написано объем, и в наборе 3 стакана. Бульонница с ушками 510 мл стоит 46 рублей, выполнены из стекла дымка, вот такие черненькие, приятные на ощупь, приятные в исполнении, слегка мутноватые, но никаких пузырьков, ни сколов я не нашла, так что качество на высоте. Ну вот и подошла к концу наша прогулка. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное и данные товары завезли уже в ваш магазин. Если вам видео понравилось, поддержите его пальчиком вверх. Если вы гость на моем канале, подписывайтесь, давайте дружить. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!